Так, хорошо, нам надо, наверное, возвращаться. Так, карт ключ. Ключ-карт у нас нету. Так, это что-нибудь может нам предложить? Для дробовика зеленая трава. В принципе, можно обменять. Так, попробуем сюда пройти. Сработает ключ. Так, используем маленький ключ. Сработал. И хорошо. Так, здесь пока ничего менять не будем. Ставим так. Так, что у нас здесь? Еще один ключ. На двери выгравирован ключ. Так, туда пока мы не попадем. Там мы забираем. Здесь, наверное, мы сейчас можем делать еще электрический теперь. О, огонь. Электрический кидал здесь у нас. Электричество. Какой-нибудь текст? Нет. Текста никакого нет. Так, ну, огонь пускай у нас будет один в наличии. Вот сколько там, две гранаты. Так, электрических у нас две. Тоже, наверное, сделаем. Так будет. Так, и все, походу. Я не знаю, они за мной вырастают или нет. Было бы хорошо, если бы да. Пока мы бегаем, чтобы они заново вырастали. Так, ладно, того уже не будем убивать. Пускай бегает. Пускай бегает. Так, мы возвращаем в самое начало. Там как раз-таки надо было генератор один запустить. Удивление, монстры не появляются. Так, может здесь у нас что-нибудь выросло, нет? Нет, заново они не вырастают. Так, запускаем. Мимо не кинуть ее. Так, что у нас здесь? Порох Си. Пороха. Серьезно? Только ради этого. Окей. Так, наверху делать нам нечего. Да, мы не попадем. Так, ну получается, надо все-таки как-то во вторую дверь попадать. Офисы там рука не получится. Так, либо вспоминать, где у нас еще требуется электричество. Где-то оно всяко требуется. Только надо бы вспомнить, где. Так, поищем где-нибудь на втором этаже. А, у нас в этом, в парке же надо было электричество. Или нет? Там, по-моему, нет, там ключ-карта нужна была. Так, это уберем. Так, ну здесь вроде нигде ничего не требовалось. Здесь у нас остался только пароль найти где-то. Тоже ничего не нужно было. Здесь тоже ничего не нужно было. Здесь тоже. Так, ладно. В принципе, зря бежали. Так, вот здесь у нас особая ключ-карта. Так, тогда не очень понятно. Куда бежать дальше? Мы забрали, мы все-таки на парковку, это вниз надо спускаться. А, вот здесь у нас еще есть спуск. Я его даже не заметил изначально. Я сразу туда пошел.
Здесь у нас вот парковка идет. Отлично. Правда. А что-то здесь все-таки есть. Так, это наш склад. Мы сейчас откроем дверь туда. А кто, собака, пес? Нет. Совсем не пес. А кто-то будет. Патроны дают. Дневник Райта 4. Туннель, по которому мы сбежали вместе с несколькими журналистами, обвалился. Такое чувство, что все это было спланировано заранее. Выхода нет. Нужно найти металлические щиты, чтобы пробраться хотя бы в старое здание. В подземном гараже должна быть подсказка, но этот монстр внутри меня пугает. Осталось придумать способ избавиться от него. Бочки с горючим. Боже, спаси. Так, ну этот монстр внутри меня. Райт... монстр. Пистолет. О, здрасте. Вот монстр, который внутри тебя. Так, ты слишком быстро бегаешь. Так, ну я так понимаю, бежать по кругу, стрелять в бочки. У нас есть это. Не попали. Так, все. Или ты отдыхаешь? По-моему, он просто спит. Не особо хочется к нему подходить. Должен начнуться. А, вот сюда тебе надо стрелять. Это типа сердце. Сзади. Хорошо. Ты стал еще быстрее. Эй. Плохо, что я нажимаю пробел, а он не бежит. То есть пока прицеливание не уберешь, он не хочет бежать дальше. Ладно. Погибли, так погибли. Так, мы все равно заново прочитаем, чтобы это добавилось. Так, надо как-то научиться быстро бегать. Так, ну да, на правую кнопку мыши нажимать. Прежде чем пробел. Я пытаюсь убежать, у меня не получается. Не очень удобно, на самом деле. Слишком далеко. Так, он должен по нам промахнуться. Так, все еще бежит. Три бочки, и он падает. Возьмем дробовик, наверное. Не знаю, ли этот как-то или нет. Так, здесь надо две бочки. И здесь одна. По идее, должны сейчас его добить. Его не добили. Так, что теперь делать? Бочек больше нет. Мы же не успеем так отбежать. Или успеем? Как-то не особо. Видимо, надо было с дробовика все-таки стрелять. Так, ну, в принципе, догоняем. Дробовик сразу сменится.
Я думаю, просто может несколько количества выстрелов надо сделать, и все-таки, наверное, мощь тоже влияет. Нет, так мы не попали. Очень интересно. Дробовик же сблизи стреляется. Так, мы уже уперлись в него. Так, и запнулись. Нам нужно какое-нибудь нитро. Ускорение. Гранату кидать нет смысла. Просто как-то вплотную подбежать. Нет, так он не попадает. Так тебя убивать все-таки надо. Да, может быть, и так можно убить. Так, вот мы накосячили с этим прицеливанием. А, и так можно. А, то есть мы так его можем отключить. Я думал, только с помощью бочек. Короче, зря бегаю просто так вокруг. Ладно, мне просто намекнули про бочки, потому что так выстрелом нельзя его ушатать. Так, хорошо, прошли босса. То есть, типа, первый босс. Доска. Вот здесь куда-то можно было прятаться. Так, вот здесь у нас надо как-то наверх забраться. Это нам надо потушить. Так, а, проход, я так понимаю, надо за этим идти. Мы еще его, видимо, не добили. Сейчас там будет еще, наверное, бочки. Много бочек. Нет? Зато ушел. Там гильзы возьмем, место есть. Улучшение для дула возьмем. Увеличивает мощность, можно установить на оружие первой модели, кроме дробовика. Так, и как-то наверх тут. Тут наверх можно забраться. Трава. Так, вот здесь доска нам потребуется. Отлично, мы попали наверх. Только теперь мне интересно, как мы туда должны попасть. Так, здесь мы можем туда-сюда ходить. Так, одно место. У нас тут легко открывается одним выстрелом, как-то нелегко. А, прицеливание. Хорошо. Так, здесь мы гильзы убираем, это убираем. Дула. Так, убираем металлический щит, который нам нужен. Порох забираем. Заслужили. Так, у нас здесь... Так. Ближайшее улучшение только там. Ладно, пока оставим у себя в наличии. Так, все-таки сходим туда, посмотрим, как туда пройти. Интересно, как попасть наверх. Здесь мы сгорим, наверное. Тупо даже пройти не можем. Электричество нам не поможет. Гидрант... Гидрант тоже как-то так не поможет нам. Здесь нам не забраться никак. Но при этом место еще есть. Тем более здесь у нас какое-то... Знаю, что это я или что это... Я. Все, возможно, мы с обзорной площадки... Нет, с обзорной навряд ли мы попадем. Попробуем.
Так, а здесь все закрылось, что ли? Ну, совсем. Чтобы мы другим путем даже попробовать выйти не смогли. Так, монстры. Будут ли монстры? Ну да, приятного аппетита. Так, попробуем еще раз спуститься вниз. Открыть еще раз. Наши ворота. У нас получилось. Нет? Как ломаешься? Сейчас открылось. А, и закрывается. Ладно, короче, пока потушить мы, наверное, не сможем. Не знаю, что так. Кидать гранаты я туда не особо хочу. Электрическая точно там не поможет. Хорошо, тогда идем, ставим щит. Смотрим, что у нас там дальше произойдет. Не вставай. Так, забираемся наверх. Ты что делаешь-то? Может, сюда должно было светить. Странно. Так, ставим второй. Ну, короче, это баги. Это баги. По идее, вот этот луч, он должен идти сюда, а отсюда туда. А это просто он немножко сглючил. Так, мы открыли ворота. Проход к старому зданию. Я не знаю, здесь мы еще что-то можем сделать. Там были. Здесь не пройти. Ладно, пока сюда, значит. Стив, ты меня слышишь? Прием. Да, я слушаю. Как успехи? Успехи? Да вроде неплохо. Хорошо, похоже, что ты разобрался с этой загадкой. Да, двигаюсь в верном направлении. Да, прекрасно. Еще чуть-чуть и увидишь старое здание. Лаборатория ботаники там. Да, но чуть глубже. Я думаю, для лучшего ориентирования тебе стоит достать карту. Спасибо за совет, буду искать. Стив. Что такое, Александр? Да-да, у нас осталось не так много времени. В каком смысле? Весь центр. Как только система обнаружит утечку, запустится программа самоуничтожения. Хочешь сказать, что мы сидим на пороховой бочке и вот-вот взлетим на воздух? Хорошая аналогия, да. Проклятие. Взрыв можно как-то отменить? Ты же директор. Этот процесс имеет наивысший уровень доступа. Даже у меня нет полномочий как-то воздействовать. Сколько у нас времени? Я не знаю. В комплексе много детекторов вируса. Как только количество отчетов будет превышать доступные нормы, процесс будет запущен. И у нас нет вариантов, кроме как быстрее шевелиться? Совершенно верно. И еще момент. Этот протез, не считая пользы от разблокировки, важен для меня, поэтому ты должен принести его мне. Рад, что ты все схватываешь на лету. Если мы хотим выбраться отсюда, то нам нужно не унывать и работать сообща. Это да. Оставайся в своем кабинете. Проникнуть в старое здание НИИ. Кто нас встретит? Ходить к тебе не будем. Так, место есть. Пистолета. Так, что у нас так открывается просто? Так, странно, что они меня не видят и не слышат. Так, у нас место 3. Гильза, порох. Так, это можно двигать. Просто можем отодвинуть. Так, при этом нам туда все равно река надо. Так, гильза пока не будем брать. Так, у нас есть сохранение. Успели. Так, вот тут уже дробовик нужен. Yeah.
сюда пройти. Так, здесь надо будет как-то пройти, что-то опять подложить, опять доски какие-нибудь. Так, патроны не любим. Так, это можно выдвинуть зачем-то. А, ящик. Нет. У меня уже ассоциации с досками. Так, и что мы можем здесь взять? Патроны для армейского. Конечно, хорошо, но я, правда, не знаю, что такое армейский. Ну, видимо, какое-то оружие будет. Так, привет. Собаки. Непонятно вообще, что там за местность. Так, баррикады. Так, давай, дотягивайся. Враги должны умереть. Но не все. Хочешь умирать? Так, а сюда, кстати, можно зайти? Можно. А, в принципе, можно было в голову и так стрелять. Так, что у нас здесь? Так, место у нас 2. Карта старого здания. Окей. Так. Карта старого здания, кладбище, бассейн, комната с переключателями, хранилище, вестибюль старого здания. Так, улучшение у нас внизу. Ладно, к нему скоро сходим. Так, и все, здесь у нас только карта была. Ну и дневник. Дневник смотрителя кладбища 1. Дневник смотрителя кладбища 1. 15 июня 1998. Облачно наш центр купил кладбище, так что работенки прибавилось. И я все не могу понять, откуда они берут столько тел. Однако любопытство мне не платит и не кормит, так что буду помалкивать. 10 июля 1998. Солнечно. Слышал какой-то шорох в мешке с трупом. А вчера видел, как мешок шевелился. Мне нужно чаще общаться с людьми, или это галлюцинация от работы? 11 июля 1998. Дождливо. Ошибки нет. Тела вовсе не мертвы. 3 сентября 1998. Облачно. Дерьмо. Они прознали про случай с номером 0147. Мне нужно спрятать ключ на кладбище на случай увольнения. Так я смогу пролезть обратно и забрать свои вещички. По скриптам. Ключ спрятан в ящике с припасами. Пароль? Я уже писал его тут. Так, 0147. Надо запомнить. В принципе, нам дневник переместится к нам туда. 0147. Ключ на кладбище. Так, ну хорошо, то есть нам надо на кладбище, а ну это сверху. Так, ладно, мы пока идем сначала сюда. Здесь у нас есть ящик. Гильзы убираем, армейские убираем. Улучшение сейчас используем. Ранение используем. Так, успеем использовать. Так, увеличивает мощность. Наверное, на пистолет, опять же, урон у нас маленький. Хотя на этот пистолет хорошо было бы улучшить. Но нельзя. Только на этот, а, наверное, сюда можно использовать. Дробовик. Дробовик нельзя, там написано, да? Кроме дробовика. Так, наверное, вот это лучший пистолет, потому что здесь все-таки нельзя прицеливаться в голову. Здесь можно улучшить. Все, урон есть. Ну, если что, мы можем разрядить. В принципе, можно все снимать. Уж совсем. Обойму. Не, ну, там обойму лучше, наверное, оставить. Так, это у нас что? Ударный. У нас здесь что такое есть, да? Скорострельность. То же самое, да.
Так, ладно, скорострельный сдам, мы сюда вернем. Так, у нас что, ничего. Здесь у нас тоже, наверное, ключ-карта нужна. Да, это, думаю, потом когда-нибудь получим ее. Под конец игры. Когда уже будет не нужно. Так, это мы все забираем. Так, ну, стреляем. Походу этого и не требовалось. Так, а вот здесь стена у нас обрушится. Ну, немножко такая какая-то поломанная. Может, взорвется. Да, разбилась, отлично. Там кто-то у нас бродит. Так, это у нас что за особняк? Вестибюль старого здания. Ну, чтобы сюда попасть, ворота плотно заперты. Открываются только с обратной стороны. Только с обратной. Так, еще у нас одни эти. Вас много слишком. Так, куда нам не попасть. Так, ладно, это взрывать не будем. А вот здесь мы с этой стороны замок. Забрать патроны для ПП. Там с гидрантом ничего нам не сделать. Но патроны все это мы положим сюда. Сохраним. Так, вас там много. Это надо сейчас побежать взрываться. Здесь, по-моему, ворота немножко другие. Но огромный прочный замок. Огромный прочный. Либо намек на дробовик. Нет, это не намек на дробовик. А, вот, у нас же пароль нам сказали. Так, все там было 0147. Отлично. Ключ от кладбища. Так, ладно, этот пароль мы использовали. Так, ну, налетайте. Так, сейчас там пес будет. Против него, говорят, желательно дробовик. Да, он костяной весь. А что ты на меня побежал? И ты. Так, прям какой-то вообще серьезный был пес. Так, а этому, получается, ему лицо защищено. Ему как раз таки в тело можно стрелять. Этому только в голову. Так, все. Нет, не все. Так, 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 пес, пес. Два патрона. Зарядить на будущее. Так, или что у нас? Кучка грязи. Был бы подходящий инструмент. Значит, нужна лопата. Надо взять лопату. Так, это мы с другой стороны обошли. Так, ну, я так понимаю, там какой-то... А, нет, проход. Я прям сейчас сюда... Вау, привет. Внутрь можем попасть. Мне кажется, сюда пока рановато еще. Да, мы сюда пока не будем идти, не знаю. Там слишком много всего, надо здесь еще побегать. Так, а здесь у нас опять код из символов. Так, в принципе, получать здесь золото нечего. Деревья. Есть. Ага. Кафедра. Так, придется бежать. Я с собой перестал таскать этот листок.
бежим за листком. Сейчас что-нибудь дадут. Так, у меня запись лекции. Так, бильзу уберем. Так, а мне интересно этот, про что вообще писал. Так, где мы это вообще брали? Давление, это не то. А вот дневник. А, он просто ключ спрятал на случай увольнения. А, нет, так я смогу пролезть обратно и забрать свои вещички. Вот, какие-то вещички у него здесь должны быть. Вот здесь. Так, запись лекции еще осталась. Семена зеленой травы. Да, то есть надо сажать несколько зеленых семян. Интересно, что из них вырастет? Зеленые ростки. Странная ваза с плодородной почвой. Так, а нам не надо как-то это... Что у нас? Заперто с другой стороны. Что это вообще за место? Ключ. Так, что мы там? Мы не могли пройти, а там ключ второй требовался. Такой же, как здесь. Это мы сюда не смогли пройти. Так, не знаю, сажать. Посадим. Либо пока не надо. Мне кажется, здесь нужна какая-то комбинация тоже. Вдруг мы сейчас один посадим неправильно. Сейчас мы тогда сохраним. Потому что если нам... Так, это у нас перепрыгнуть. Если бы нам нужно было просто их посадить, и они выросли бы в зеленую траву. Так, на вторую. В целом, нам бы 3 горшка предложили. Нам предлагают почему-то 6. Так как в игре очень много всяких головоломок, возможно, правильная комбинация. Можно что-то открыть постепенное. Ну, конечно, не факт. Так, зеленая трава. Ну, походу, неважно. Просто зеленой травы много. Так, хорошо. Я, кстати, не пробовал комбинировать зеленую траву с зеленой травой. Так нельзя. Так, ну все, получается, мы здесь все смотрели. Теперь нам надо идти в здание. Мы пока не можем пройти. Да, сохраним. Так, траву, да, уберем. Так, тебя, не знаю, уберем пока. Можно уже на первую.